Доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики, девочки, мальчики. С вами канал Life 2 Надежда. Сегодня мы посмотрим новости о вашем партнере. Что такого у него на сегодняшний день или происходит, или, может быть, он чем-то важным занимается. Самые последние новости о нем. Таро гномов. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы смотрите просто как гость. И еще не подписаны на мой канал, не забывайте обязательно о лайках и комментариях. Это сейчас на Ютубе очень важно. Поэтому если вы смотрите регулярно какие-то каналы, то, пожалуйста, не забывайте поддерживать авторов своим спасибом. А эквивалент спасибо – это лайк, конечно, комментарий. Что, давайте смотреть, начиная с сигнификации, что происходит в отношениях на данный момент. Выбор, который до сих пор актуален, выбор, который не сделан. И я думаю, мало ошибусь, если скажу, что на данный момент женщине уже не особо-то и надо выбор, чтобы партнер его сделал. Здесь вплоть до того, что даже переживает, что он наконец-то что-то определится, а ей уже не интересно. Хотя мужчина здесь говорит, что я пока выбирать не буду. Меня сильно обидели, меня здесь сильно задели. Я бы здесь пообсуждал, я бы здесь повыяснял. Причем отношения здесь он хотел бы с вами выяснить. А где-то что-то не так сказали бы ему, где-то что-то не так сделали. Может быть, кстати, здесь вы в том числе переживаете, беспокоитесь о том, что он может появиться не самыми добрыми намерениями в отношении вас. Вот. Но с другой стороны, сказать, что это вас прям сильно беспокоило, я здесь тоже не могу. Да, вот занимаясь как-то своими делами, своей жизнью, вы просто чувствуете, что что-то между вами, даже если это физически не проявлено, да, что отношения развиваются, вы общаетесь, то в любом случае здесь интуитивно и подсознательно чувствуете, что он там еще не успокоился, что он может что-то делать в вашу сторону, какие-то шаги. Но пока на данный момент, если здесь и будут происходить какие-то шаги, то здесь с целью успокоить свою собственную душеньку в отношении вас. Ну, я не знаю, убедиться, что вы не со зла что-то сделали, убедиться, что вы то, что вы сказали, вы на самом деле так не думали. Да, это могут быть обиды какие-то, могут быть оскорбления. Но пока здесь он, видите, готов с вами выяснять отношения. Что еще в отношениях? Есть также здесь серьезные обстоятельства, по которому здесь вы действительно не можете друг от друга оторваться окончательно. У кого-то документы, и вас они связывают. У кого-то имущество, деньги, просто долг. А у кого-то еще важный разговор, который пока на данный момент еще не состоялся. Пока этот вопрос не будет между вами разрешен, сказать, что отношения могут закончиться, и вы друг от друга оторветесь, я пока так не могу. Но женщина здесь тоже не лыком шита, потому что у женщины на момент того, что мужчина будет проявлять себя или может проявлять себя как-то некрасиво, опять же, выяснять отношения, да, как-то, может быть, мстить, потому что мечи о мести нам часто сообщают. Она знает, как ему отомстить, или она знает, как ему здесь дать сдачу. Там, и не обязательно это физически, мы здесь видим, да, перебинтованная такая голова, но здесь не обязательно именно физическое воздействие. То есть определенный план, как ему дать понять, что больше по отношению ко мне так делать не надо, у женщины здесь определенно есть. Пока это сугубо план, который есть, знаете, вот на всякий пожарный случай. Вот. Понадобится, значит понадобится. Нет, значит нет. Сказать, что она сейчас будет прям мстить как-то, будет пытаться там с ним разобраться по-плохому, нет. Здесь случаи необходимости. Она только будет реализовывать план. Может быть, не месть, да, а, ну вот, дать понять, что дальше будет только хуже, если ты с такими же намерениями, вот такими заходами будешь ко мне появляться. Хорошо, давайте будем смотреть теперь новости. Новости от вашего партнера. Какие последние новости?
Девочки, здесь важная довольно-таки новость, потому что сейчас, особенно если вы ждете долго или вы ждете, я не знаю, денег каких-то, может, подарок, он на это не способен, потому что у него здесь финансовые проблемы, которые его очень-очень беспокоят на данный момент. Почему сложились финансовые проблемы? Потому что крупно потратился, вот, и при этом с кем-то уже поссорился, да, ты потратил все, а теперь ничего. Может быть, на работе все потратил, ну, получил зарплату, потратился, а теперь просит там дополнительно аванс или еще что-то. И всякое может быть, но предшествовала сейчас такой вот финансовой яме какая-то крупная или покупка, или просто... Протранжирил здесь, мог прогулять. Мог погулять. Состояние у него здесь очень неприятное внутри. Злость. Да, это важная новость. Вот для него все, что касается финансов, все, что касается зоны комфорта, это очень важные вещи. И как только начинают где-то вот быть провалы, да, финансов, может быть, в стабильности в его все, мужчина сразу начинает быть как что-то непредсказуемое, да, такое вот взрывоопасное вещество. Я говорю, здесь уже были разборки по поводу того, что у него происходит. Я не знаю, кто это, родные, опять же, да, как я сказала, это друзья, может быть, это на работе. Вот. И что тем самым еще больше масла в огонь подлили. И так в его довольно-таки неприятное состояние. Причем с ним довольно-таки жестко здесь обошлись. Показано женской карты, но я не знаю, насколько здесь женщина он поконфликтовал. Может быть, да, и есть барышня, с которой совместный какой-то бюджет, совместные дела. Не знаю, партнеры его. Он потратил деньги, а эти деньги сейчас очень нужны. Прям здесь, прям так вот жестко они пообщались. Вплоть до того, что сейчас предложение такое повисло в воздухе. Не разойтись ли нам по добру, по здорову? Если это семейный человек, здесь недопонимание, выяснение отношений и скандал вплоть до развода. Вот, если здесь речь о разводе и дележке имущества, будут делить все пополам. Мужчине сказать, что все удастся забрать, там, или той второй половине удастся все забрать, нет, здесь все все-таки как-то... 50 на 50. Вообще мужчине в данный момент придется пожить какое-то время даже в долг. Перезанять. Там, или наоборот, там, займ, кредит взять. По-другому не получается. Что, опять же, его тоже очень напрягает. Есть девочки, мадам какая-то. Все-таки больше склоняюсь, что это мадам какая-то, с которой сейчас не самые лучшие взаимоотношения. Пока, конечно, здесь проблема висит в воздухе, но я не исключаю того момента, что здесь разойдутся люди. Если работодатель, то по собственному желанию он пишет, а ему подписывают. Если это семья, то я говорю, здесь развод. Если партнеры, то вот поделили бизнес каждый в свою собственную сторону. Так что настроение здесь в целом паршивое. Ситуация раз, ситуация, которая продолжилась два, и некие последствия, которые здесь грозят, ну, тоже здесь... Без оптимизма абсолютно. Но в целом не хотел бы ни с чем расставаться. И вообще дележка тоже это не его. Здесь, знаете, вот все, что есть у меня, это все мое. Неважно, что это с кем-то было заработано, с кем-то вместе развивалось. Абсолютно неважно. И поэтому даже существующая угроза того, что придется делиться, это уже его прям начинает накаливать. Сразу начинает портиться настроение, потому что он не привык делиться. И опять же, как-то так я буду делить все то, что принадлежит только мне. Да, вот с чего это вдруг? Ну, я говорю, если тут вопрос будет так стоять, тут, я не знаю, то ли по документам так все оформлено, то ли это будет, ну, по совести и чести. Все напополам. Да, мы видим здесь арбуз, который делится на две части. Ну, на мой взгляд, ровные. Что еще о нашем партнере? Что
что у него дальше с его финансовым вопросом здесь вообще непонятно, что у него там с работой или с продвижением. Тоже здесь пока большой туман. Чувствует себя абсолютно неуверенно сейчас ваш партнер. Я не знаю, то ли он жадный, то ли он так очень любит деньги сильно, что настроение сразу портится, если финансовые проблемы. Финансовые проблемы здесь серьезные у него. Причем это ситуация, которая затянется в его жизни на довольно-таки длительный период. Поэтому перед кем-то ему, вот чтобы избежать, а он будет стараться избежать дележку. Поэтому, чтобы утихомирить, да, вот ту вторую половину, которая здесь замешана, здесь мужчина будет вынужден мягко стелить и просто вот хвостиком вилять, как только это нужно будет, как только в этом будет определенная необходимость. И ситуация, конечно, выберется в любом случае, пусть не так быстро, как хотелось бы, потому что умеренно все-таки карта, которая говорит долго, да, сколько долго, и все. Вот, но постараться ему здесь, конечно, придется. Но все, что он имеет сейчас, сохранить ему в любом случае не удастся. Или восстановить до прежнего уровня тоже не получится. Да, немножечко здесь поменяются и приоритеты, и если была финансовая подушка, она здесь тоже подпросяет, потому что, видите, в итоге крах. Для некоторых здесь проиграется даже так, что с партнером все-таки разделят бизнес. Или развод здесь будет с партнершей, с которой сейчас, или если это не развод, а, например, просто сожительство, там он свои вещи собрал, она свои, а общее имущество там продали, поделили деньги. Здесь так и проигрывается. Не у всех здесь получится выкарабкаться хорошо. Да, ну здесь, да, побитый жизнью человек. Даже если мы говорим без дележки там или без развода, да, смотря кем ваш мужчина является, свободным человеком или нет. Здесь в любом случае выбраться благополучно, чтобы сказать, фу, да, там как страшный сон теперь буду вспоминать, слава богу, теперь все хорошо. Нет, здесь придется с чем-то распрощаться, и это его будет угнетать, это вспоминать ему будет неприятно, постоянно будет сетовать на то, что там, ну, какие-то были жесткие времена и случились потери. Терять он ничего не любит и никого не любит терять. Ну, а раз такая ситуация здесь прошла, поэтому будет здесь пытаться, видите, по-всякому цепляться, будет стараться все урегулировать, но, видите, не получится хорошо все это обыграть, что-то допотеряет, а кто-то здесь потеряет очень многое. Вот такие сегодня действительно важные новости о вашем партнере, поэтому если там рисуется, говорит, да у меня все хорошо, да у меня все прекрасно, посмотри, здесь я хочу сказать, просто не верьте, не хочет показывать свой провал, свою неудачу. Девочки, вот здесь что он хочет сказать вам прямо сейчас, что-то важное на сегодняшний день, не забудьте про мою просьбу, это лайки, комментарии, а я с вами каждый день, до встречи в новых видео, пока-пока.